Игра получилась тяжелая, потому что мы пропустили быстрый гол. Неожиданно, и пришлось отыгрываться по ходу игры. Естественно, нерв игры возрос, и получали контратаки, пошла качельная игра, потратили много сил. И хорошо, что второй тайм начали с гола, подняли эмоциональный дух команды и давили, но, к сожалению, не смогли додавить, забить еще один мяч. Но, в принципе, по такой игре могли и пропустить. Поэтому, учитывая еще красную карточку в простом эпизоде, где, я считаю, желтая карточка должна была быть, после этого ничейный результат, в принципе, не критический. У нас еще есть две игры, чтобы выиграть и остаться.